Ислам Каримов занимается земледелием более 20 лет. Он выращивает сахарную свеклу и кукурузу. По словам фермера, для получения богатого урожая в первую очередь важны климатические условия, полив и, конечно же, современная сельхозтехника. Поэтому в этом году он приобрел новый трактор «Землеон» в лизинг. С ним его работа стала намного проще. Цена, качество и по лошадиным силам мы подобрали себе трактор. Вот взяли «Землеон» 13.04. 130 лошадиных сил. Ну, по всем требованиям он нам подходит. Приобрести новую сельхозтехнику в лизинг, в том числе трактор «Землеон», фермеры могут в двух банках. Это АИЛ и Эльдик банки. Для них созданы самые выгодные условия. Первоначальный взнос 10% от стоимости лизинга, процентная ставка 6% и срок лизинга до 7 лет. Мы с 2022 года выдаем спецтехнику в лизинг по проекту КПК. Условия очень выгодные. Мы работаем с 7 компаниями, которые через нас выдают свою технику фермерам. В целом это отличная возможность для наших сельхозпроизводителей. Усо Байдыкан является официальным дистрибьютором китайской компании по производству спецтехники. Для удобства фермеров данная компания выдает в лизинг несколько видов сельхозтехники. На сегодняшний день более 100 фермеров получили тракторы «Землеон». Мы приобрели всего 160 тракторов «Землеон» для наших фермеров. Из них уже 120 мы предоставили в лизинг. Наша компания понимает, что если у крестьян будет новая техника, то и работа у них пойдет в гору. Мы работаем совместно с государством. Также у нас есть сервисная команда для обслуживания клиентов. Гарантия 2 года на приобретенную технику. Также по указу нашего президента будет строиться МТС, где будет много выбора спецтехники. Мы готовы сотрудничать в этом направлении. На сегодняшний день потребность в тракторах у отечественных фермеров составляет около 20 тысяч. Покрыта потребность всего на 6-7%. Поэтому со стороны государства совместно с частными компаниями реализуется ряд проектов по поддержке сельскохозяйственной отрасли. Выдаются кредиты на технику под самые низкие проценты и на длительный срок. Рахат Батырбекова, Мирлан Джаныбеков, ЛТР, Бишкек.